Здравствуйте! Это программа «Арсенал Конверсия». Сегодня мы отправимся на выставку «Актуальная Удмуртия» и попытаемся найти ответы на вопросы, где и как встречается традиционная культура с современной и что из этого получается. Выставка показывает не столько территорию, хотя здесь территория обозначена тоже достаточно четко, потому что, с одной стороны, здесь есть описание реальной жизни, описание флоры, фауны и так далее. Но все-таки это выставка о инструментах. Инструментах, которые позволяют традиционную культуру представлять современной широкой аудитории. И здесь есть что увидеть, здесь есть что над чем поразмышлять. Единственное, чего здесь нет, это традиционного и, я бы даже сказал, вульгарного представления о традиционной культуре. Здесь нет народных промыслов, здесь нет никаких матрешек, балалаек, медведей и цыган. Чудесный запах луговых трав – вот первое, что чувствуешь, попадая на выставку. Так пахнут ковры из трав, похожие на традиционные половички из деревенской избы. Но здесь они выполняют совсем иную функцию. Утилитарный предмет превращается в произведение искусства. Конечно, такой ковер, такой половичок можно постелить на пол, но мы прекрасно понимаем, что это непрактично, да, собственно говоря, и не нужно. И вот это изменение первоначальных смыслов, когда метафора превращается в предмет, и когда утилитарный предмет превращается в произведение искусства, это и есть то, с чем работает современное искусство. И поэтому это является такой нашей визитной карточкой этой выставки. Сосредоточимся на ощущениях, и не только на зрительном восприятии объекта. Вы помните, какой на ощупь войлок? Тот самый, из которого делают валенки. Художник Александр Пилин разрушает традиционную форму валенка и создает объекты искусства – новые формы жизни. В 20 веке жанр пейзажа утрачивает свое значение. Возникают новые формы взаимодействия искусства с природой, например, ленд-арт. Британский художник Ричард Лонг отказывается от традиционного рисунка и создает произведение «Протоптанная линия», снова и снова проходя по лужайке. Постепенно на траве проявляется тропинка, которую можно сфотографировать. Иконой ленд-арта называют работу американского художника Роберта Смитсона «Спиральная дамба», возведенную на берегу озера в штате Юта. Художник Джузеппе Пенонне, представитель арте-повера, бедного искусства, создает скульптуры из дерева. Одной из самых интересных его работ является ствол, внутри которого находится еще один, своеобразная метафора возрождения новой жизни. Впрочем, природные материалы в своих работах использовали и не только представители ленд-арта. Знаменитый мистификатор, теоретик постмодернизма Йозеф Бойс, создает свои произведения в том числе из войлока и жира. С помощью традиционных и природных материалов он интерпретирует свое восприятие современного мира. Художник? Ну, художник совсем не обязательно и человек, имеющий какое-то образование. Художник – это, ну, своеобразный разрушитель и просветитель, и созидатель одновременно. Ну, разрушая какие-то каноны внутри себя, он решает какие-то вот такие, или не разрушает их, может быть. Но чаще всего, мне кажется, человек только переосмысливающий может что-то новое создать.
Или это может нечаянно получиться. У меня, допустим, получалось все от нехватки денег. И поэтому я это большой плюс ставлю, потому что ткани из полыни появились тогда, когда не было денег вообще на еду в 90-е годы. И мы ходили пешком на работу 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно по полынным пустырям. И я с собой брала полынь и ткала, и получилась полынная ткань. Вплоть до полынной комнаты. А платье я шить начала после пожара, когда уже вообще нечего было одеть. Я осталась в драном свитере, в штанах, в калошах. Ничего, я ничего, у меня все сгорело абсолютно. И мне стали нести одежду, конечно, как всегда, традиционную. Я думаю, ну надо же что-то сделать с этим. Вот и все. И потом я привыкла, и я сшила около 40 платьев. Которые первоначально для художника имели лишь утилитарное значение, фотографы Андрей Яковлев и Лилия Алеева взяли за основу в создании модных образов. Причем, что интересно, точной реконструкции национального удмуртского костюма Татьяны Москвиной и одежды из китайских носовых платков Зои Лебедевой практически неразличимы. И совершенно точно, что здесь они воспринимаются как актуальные образы. Для нас актуальность территории – это материал. Те материалы, которые оказались у нас под рукой в Ижевске, для нас как бы стали актуальными. То есть это же актуальность, для меня это как фокусировка на какой-то точке. И здесь вот, когда мы берем кусочек ткани или там вот оружейную гильзу, мы фокусируемся на ней, и в данный момент для нас это вот некое актуально, как связь с землей, как связь с миром. И вообще это археологическая будет такая раскопка, которая как бы не реконструирует никакую археологию, которая сама по себе является раскопкой внутри материала. И там тоже, помимо чистой ткани, там найдены объекты какие-то природного происхождения, какие-то металлические найденные штуковинки. Все это вместе показывает как бы некий культурный слой, который зависает над землей, который может перемещаться вместе, мигрировать даже, да? И в то же время он также глубок, как погружение в историю. На открытии выставки «Актуальной Удмуртии» играла музыка с пластинки «Удмапдейт». Это такая традиционная музыка в электронной обработке. Ксюша, насколько вообще удивительно сочетание традиционной музыки с современной? Фольклорная музыка всегда интересовала композиторов. И у взаимоотношений традиционной и композиторской музыки очень долгая и интересная история. Наверное, первый пик начального интереса к фольклору у композиторов – это эпоха романтизма. Интерес к фольклору был очень важен, потому что именно в эту эпоху возникает идея национальных государств, национального самосознания, национального своеобразия. Ну, а в 20 веке к
композиторы очень интересуются архаическим фольклором, самым-самым древним, и ищут в нем новую основу своих музыкальных произведений, пытаясь уйти от уже поднадоевшей им классико-романтической тональной системы. На открытии выставки звучала не просто традиционная музыка в электронной обработке, а настоящий диджейский сет. И в качестве материала для него были использованы композиции электронных музыкантов, которые, в свою очередь, взяли за основу уникальные записи, сделанные в удмуртских деревнях. И, конечно, такое сочетание очень ценное и очень интересное, поскольку это взаимодействие не просто с современной музыкой, а с музыкой неакадемической. В принципе, если говорить вот непосредственно об этом проекте, то это, можно сказать, прямое как бы социологическое исследование, да? Потому что фотография, вот, она является предметом социологического анализа уже довольно-таки давно. Если даже брать там первые работы популярного сейчас там Бурдье, совмещение вот визуальной социологии, это же даже отдельный раздел из социологии, и таких полевых исследований сейчас, вот даже как раз именно сейчас, оно, ну, как мне кажется, находится, как, можно даже сказать, там, на пике популярности. Граница, получается, между современным искусством и социологией тоже оказывается такой-то уже, ну, не такая отдаленная, как, может быть, когда-то было. Современную культуру трудно представить себе в отрыве от традиций. Это как земля. Вопрос только в том, насколько глубоко мы готовы копать, чтобы исследовать эту взаимосвязь современной культуры с традиционной.